Всем привет! С вами Сергей, партнер авто, город Краснодар. Я с удовольствием представляю автомобиль, который в продаже у нас. Audi A8 2011 года выпуска. 3 литра, 290 лошадиных сил, бензиновый двигатель. Вот так она выглядит со всех сторон. Сейчас обойдем ее, посмотрим, проверим приборчиком и расскажем о ней все, что знаем, и сделаем коротенький тест-драйв. Итак, на кузове никаких царапин нет. Совершенно никаких царапин нет. Вот. Но зато присутствуют окрашенные элементы. И мы сейчас проверим, какие. Это я вижу крыло заднее левое. Хотя прибор показывает 108 микрон. 168 здесь. То есть вот больше вот к этой части что-то окрас. Дверь заводская. Похоже на заводскую. Покрытие идеальное. Здесь тоже заводская дверь, похоже. Также, да, ровное покрытие идеальное. Зеркало. 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 Угу. Увидели отражение. Так, крыло переднее левое. Второй слой вижу. 200 микрон. Здесь 270. Блестящая, красивая. Так, капот. Второй слой, 200 микрон. 200 микрон. Итак, оптика хорошая. Бампер без сколов, свежекрашенный. На капоте есть такие малозначительные пескоструй. Подкапанные сколы. Так, здесь также оптика отлично выглядит. Хром целый. Так, ну, помыть его, что ли, надо было, а? Или что это? Да, помыть хром. Так, идем кузов дальше, смотрим. 119 крыло переднее правое, 129. Похоже на заводское крыло. Но на нем нету ни скольчика, ничего. Возможно, краска снималась. Да, оно окрашено, наверное, краска снималась до нуля и покрытие возобновлялось. Так. Заводская дверь. Так, нет, тоже окрас двери. Вижу. Прибор показывает, что не крашеная, дверь окрашенная. Но тоненький слой. Здесь также. Прибором не пробивается. Но окрас есть. Так, заднее крыло, два слоя, вторичный окрас, крышка багажника, крышка багажника, крыша заводская, крышка багажника заводская. Так, в общем-то, выглядит машина по внешке хорошо, диски в хорошем состоянии, вот есть малозначительная на дисках притертость. Так, тормозной диск есть износ. Здесь минимальный вообще износ. Резина вот так выглядит. Ну и перейдем к салону. Перейдем к салончику. Так, дверная карта пассажирская. Идеальное состояние вообще. Пороги отлично все, сиденья отличные. Торпеда тоже в прекрасном состоянии. Центральная консоль также.
Дерево все хорошее. Подлокотник хороший. Ну вот так здесь, смотрите, чуть-чуть вот есть потертость. Так, в остальном все идеально, можно сказать. Так, сзади шторочки есть на окнах. Дверная карта в отличном состоянии. Один вот зацеп минимальный. Все. Так, порог отличный. Сиденье сзади в отличном состоянии. Так, здесь все супер. Задние сиденья также как новые. Шторка задняя, потолочек. Здесь все четко, все идеально, люк. Все хорошо, друзья. Так, все работает. Дожимы работают. Так, в багажнике. Все комплектно, все хорошо. Все отлично. Не забываем подписываться на наш инстаграм-канал. Так, по левой стороне также диски в нормальном состоянии литье. Чуть-чуть надо было протереть их. Ну вот есть царапинка по самому кантику, да? В общем-то все. Так, по салону сзади, слева отлично все. Замечаний нет. Тут тоже нормально все, все хорошо, все идеально. Все практически как новое. И водительское место, которое больше всего подвергается износу. Дверная карта. Все четко. Все четко. Тут все хорошо. Сиденье целое, хорошее. Вот. Вот так, если смотреть. В общем-то, все нормально. Все целое, все хорошее, друзья. Руль как новый. Руль реставрировался как новый. В общем-то. Ну что, осталось сделать тест-драйв. Итак, поехали. Поехали. Ух ты, ожила. Audi Adaptive Light. Системная неисправность какая-то есть тут. По фарам. Так, друзья, пристегиваемся обязательно, когда садимся за руль и едем, пристегиваемся обязательно. Безопасность прежде всего. Итак, поехали. Так, климат контроль ставим на 22. Сегодня у нас довольно жарко, 32,5 градуса. 14 сентября. Так, на этой машине поменяли недавно теплообменник, 28 тысяч рублей. Поменяли по коробке все там пакеты, бублики, там что-то гидроблок или гидротрансформатор. В общем-то, обслужили коробку полностью. И сейчас вот она едет отлично. Хотя сразу после ремонта я на нем ездил, на этом автомобиле были какие-то подергивания. Вот не знаю, сейчас они проявятся или нет. Прямо что самому интересно, на ней не ездил, на этой машине, после того раза, как они были.
Так что покатаем сейчас, наверное, так немножечко побольше обычного, чтобы машина полностью прогрелась, чтобы понять вообще, есть какие-то замечания по коробке или нету. Ну и в разных режимах, естественно, мы это поделаем. Специально для вас, друзья, чтобы вы получили полное представление о том, ну, в каком состоянии данный автомобиль. Так, сейчас вот отлично. Вот я еду сейчас как на Audi A8, роскошной Audi. Немного на пониженную, такое чуть-чуть жестковатое переключение было. Может, мне показалось, не знаю. Ну, чуть-чуть сбросило немножко. Резко, так скажем. Так, музыка как играет? Ну-ка. Так можно рулить, да? Локтем левой руки снимать правой рукой. Да вообще отлично едет, кстати, никаких по коробке замечаний я пока вот таких прям конкретных не могу об этом сказать ничего. Может, она что-то все там адаптировалась. Все отлично. Вот какая-то заслоночка здесь внутри. Вот сейчас она, наверное, там переключалась, и был какой-то такой звук. Где-то вот, вот здесь, вот в этом месте. Ну, по технике я вам скажу, вот сейчас отлично едет. Машина прям четкая. Прям сейчас даже на трассу, наверное, надо выехать и промчать на ней. Итак, проехали, получается, что 3,9 километра, наверное. Никаких замечаний так по коробке не было, хотя собирался, когда собирался делать тест-драйв, сесть на этот автомобиль и рассказывать вам о том, как я его ощущаю, я думал, что я вам расскажу о том, что он дергается, но нет, ничего этого нету. Идеальные переключения, идеальные.
То есть получается там больше сотни тысяч запчастей были вложены сюда не зря. Даже вообще не ощущается переключение коробки, прям настолько. Вот сейчас смотрим, вот только по приборам. В общем-то, четко. Специально вот для вас, друзья, выезжаю прямо на трассу, сейчас промчим. Такой довольно неплохой участок дороги, где можно разогнаться хорошо, почувствовать автомобиль. Ну и так сказать, в прямом режиме это вам продемонстрировать, в онлайн режиме, как он на ходу. Пошла. Ох, пошел. Давай справа всех. Да отлично едет машина, отлично. Хотел здесь немножечко разогнаться. Не особо это получается, впереди полно машин. Едем вот спокойная езда, восьмая передача включилась, 1400 оборотов, 1200 там катимся, расход минимальный на такой скорости, несмотря на то, что кузов огромного размера. Так типа кикдауна. Нормально разгоняется. Прям такой долгий тест-драйв, друзья. Считайте, что вы сами приехали вот и откатали на машине. Что за маневры? И тут Приора делает всех. Всегда сюда выезжаю, здесь обычно никого нету.
так. Вот просто на Паджеро тупит, едет в левом ряду со скоростью 50 км в час. Километра перед постом начинают тормозить. Так, ну ладно, здесь сейчас пойдем на разворот и в обратную сторону дорога посвободнее, промчим. Ну, замечаний не было. Вот 12,5 километров проехали, я думаю, машина прогрелась уже достаточно, там и в коробке масло, и в двигателе масло, все везде уже как положено прогрелось. Так, вот сейчас на третью было чуть-чуть так, как-то поддернулось, непонятно. Уверена машина. Отлично, друзья. Замечаний таких нету особых. Так, заехали, заправились. Едем дальше. Еще по городу въехали мы в город.
никаких ошибок. Вот не загорелось, разогнал автомобиль до скорости 220. Ну, загорелось единственное давление в шинах. И вот это по фарам там что-то. Вот, а так все. Тест-драйв, машина. Тест прошла отлично. По коробке могу сказать, что переключаются. Все передачи переключаются, может быть. Вот на вторую, на третью как-то то, что чуть-чуть, может быть, ощущается, что есть переключение, что машина переключилась на передачу. Ну, то есть. В общем, друзья, рассказал об автомобиле все. Практически все, что знаю, все свои ощущения, что ну, ездить на ней без проблем можно, никаких там коробка никак не ставит вас в неудобное положение. Все передачи переключаются. Это ж отлично. На вторую, может быть, чуть-чуть жестче, и на третью, чем обычно. Ну, чем на остальные. Вот. Хотя до этого было хуже. Вот сразу после ремонта, после вложений по коробке, было вот хуже. Сейчас прям стало все отлично. Всех, кого заинтересовал данный автомобиль, пожалуйста, обращайтесь. Вот, едет отлично. Прям на ней можно даже можно на ней погорцевать. Конечно, вот эти вот звуки все вот на камеру, кажется, скрипы сидений. В общем, друзья, кого заинтересовал автомобиль, звоните, пожалуйста. Всем удачи, пока.